давайте проанонсуємо теми, які я подготовил для пана Юрія. Звичайно, будемо говорити про суд над Дональдом Трампом. Його визнали винним за 34 Пунктами і мова йде тут про фальсифікацію, про вплив на вибори, от цікаво дізнатися розлога, так що пан Юрій пояснив, що означатиме ось цей судовий вердикт. Далі поговоримо про дебати, які всі очікують, і багато сподівань і в одних, і в інших. Я зараз кажу про прихильників демократів і прихильників республіканців на ці дебати, тому що з одного табору там республіканці вважають, що Байден недостатньо в кондиціях для того, щоб протистояти Трампу. А у Прихильників Байдена, считают, что Дональд Трамп, ну, він уже настолько зійшов с розуму, что, фактично, он также может дать маху, плюсы, все судові процессы. Это все очень сильно влияет, на на будущую кампанию. Але, друзья, ну, кто я такой, чтобы вам про это розповідати? если есть профессионалы, которые готовы про це сделать, и пан Юрий Рашкин саме він он. Юрий, здравствуйте! Приветствую вас! Приветствую, Юрий! Как, как дела у вас? Спасибо, все неплохо, все очень даже хорошо. Ну, если а так можно вы, сказать, вы, вы знаете... Ха -ха. Что происходит вокруг еще живы, неплохо, да. все хорошо, да, прекрасно. Да, но ну, мы, мы пытаемся сохранять оптимизм какой-то, да. Мы понимаем, что у нас война, мы понимаем, что ну сущий кошмар нам устроила Россия, но без какого-то оптимизма, пусть даже и сдержанного, на самом деле никуда. Поэтому вот мы, в такой мы движемся, мы движемся к свету. Да, да, абсолютно верно. А Трамп куда движется? К свету в тюремной камере или как? Расскажите нам, пожалуйста, Юрий, что произошло? Для нашей аудитории было бы любопытно узнать вот в развернутом виде, что это был за процесс, да, что теперь будет. Его признали виновным, правильно? Знаете, я собрал у себя э, вот, коммент комментарии, которые мы обсуждали с Дмитрием Абрамсоном по поводу э, этого процесса, просто вот чтобы люди понимали, что это такое. И даже иногда становилось скучно, для некоторых было подозрение, потому что, ну, как бы вот этот человек сказал это, а этот человек сказал это, как бы пересказ. Но это исторический момент, и когда вместе я это собрал, получилось видео на 8 часов. Поэтому, знаете, тут много разных плоскостей, которые историческая, политическая, криминальная, личная драма. На каком уровне? Сейчас просто непонятно с какого конца этот клубок можно начать распутывать. Но, наверное, начнем с конца. Республиканская партия решила закончиться. Они решили, что для них вот эта политика, они настолько в ней не разбираются, как эта система работает что они просто решили, знаете, это не наше. Мы вот просто закончим на этом. Свое существование не знаю, кем они теперь будут, потому что Дональд Трамп все равно не уйдет. Он даже из тюрьмы будут требовать продолжать контролировать эту республиканскую партию. Правда, нет никаких гарантий, что его посадят. Правда, он так продолжает показывать свое неуважение к суду до сих пор. И вот уже есть приговор, его уже признали виновным, но вот приговора еще нету э, на наказания. И сейчас то, как он себя ведет, может повлиять на то, как судья потом вынесет какое свое решение. Потому что, если, потому что если тот, кого признали виновным, не покаялся, то это означает, что шанс рецидивизма высок. И это означает, что общество нужно защищать от такого человека. Как судья решит, что нужно это делать, это решение судьи. Но ситуация вот такая просто позорная. В Соединенных Штатах есть много по поводу чего мы можем говорить. Это республиканское, это демократическое. Но когда человека вот, признают виновным, уголовным преступником, оказалось, это такой груз, который так тянет на дно что просто мы даже не представляли. И я думаю, что у республиканской партии было столько моментов, когда они могли избавиться от Трампа, когда они могли сказать «О, вот, до свидания, дорогой, мы пойдем, наконец, мы будем выигрывать выборы теперь, мы пойдем в другую сторону». Но они не смогли этого сделать ни после, когда он, ни после мятежа, ни, ни когда он там стал избираться опять. Ведь Ники Хейли же была. Ведь нужно быть полным этим самым, чтобы пойти за Трампа, зная, что за ним идет шлейф этих уголовных дел, которые, когда его признают виновным, никто до него палкой не дотронется. А теперь он будет кандидатом от республиканской партии. Это смех и слезы. И при этом его приговор ему вынесут за несколько дней до того, как все республиканцы соберутся где? у нас в Висконсине, в Милвоках, чтобы, значит, я, я подал за заказ на то, чтобы быть в публике комедийного шоу, Daily Show, который все сюда приезжают к нам в Милуоке, даже не нужно никуда ездить, мы центр вселенной на пару дней, и вот тут, значит, Дональд Трамп получит номинацию от республиканской партии. Ну, он, скорее всего, будет не в камере в этот момент. То есть он, ну, мы не знаем. Это, это будет просто невероятно. И я уже думаю, может быть, он будет не вторым на выборах, может быть, Кеннеди будет вторым на выборах. Может быть, уже Трамп будет третьим, потому что это такой позор. И, и людям до него как-то, вот это просто и, и непонятно, как у людей не было понимания до того, что когда он станет уголовным преступником, за него вот достаточное количество начнет просто автоматически отворачиваться, потому что уголовный преступник – это уголовный. Я понимаю, в Украине есть другой взгляд, но у нас уголовный преступник – это все до этого было. Поэтому теоретически, да, по закону Трамп может быть избран и вообще быть одновременно и в тюрьме, и в Белом доме. Но э, как это будет происходить, они, так сказать, разберутся, секретная служба разберется. Но практически, мне кажется, его шансы сейчас э, очень секретно, так сказать, конкретно понизились. Он уничтожает. уничтожает э, тут э, он, конечно, следит за этим, он следит за всеми: кто сейчас против него, кто за него, так же, как когда сплата та информация перед выборами 2016 года, и он, значит, ты со мной или против меня? Поэтому все республиканцы стоят по струнке с мирной, боятся сказать что-то в другую сторону. Но, но даже в Америке уже объясняют, что когда трамповский суд, Марко Рубио, сенатор, который был, в принципе, уважаемым достаточно человеком по поводу внешней политики, сравнивает со сталинскими судами. Ну, извините, сталинские суды – это не то, что было с Дональдом Трампом. Там у Сталина были совсем-совсем другие суды. Но это то, что пытаются сейчас втюрить трампистам, что, мол, это просто такой полный Навальный. Да простите, сталинизм. Юрий, ну, смотрите, там Позор, не позор, но получается так Что если там Трампу вообще плевать На свое РНМ, да, там, на свою репутацию И там на свою судьбу, на свое будущее А, а может, не плевать, не знаю, но, ну, по крайней мере Вот так события разворачиваются То республиканской партии тоже, потому что вы сами сказали, они готовы его номинировать, они готовы его защищать. Вот я открываю э, телеграм-канал «Как жить и кто убил Кеннеди» и читаю там от прекрасной Карины Орловой, что мага спикер Джонсон пообещал надзор и возмездие за обвинительный приговор Трампу в Нью-Йоркском деле. Но спросите вас хочу о другом. Как вы считаете, почему при всем этом, когда у США абсолютно дру, у избирателей другой взгляд, на уголовника, извините, Республиканская партия, она что, жертвует получается своим своей репутацией, своим политическим будущим и э, таким образом э, номинирует Трампа на э, пост президента страны? Ну, неужели это не урон для партии? О, да, но только если вы судите о успехе или неуспехе потом, как они ведут себя на выборах. Если вы под выбором судите, ну да, тогда у республиканской партии проблемы. Но если мы измеряем республиканскую партию в уровне их любви к Трампу, то у них все нормально. Поэтому это просто разные измерения. То, что Майк Джонсон, например, призвал э, Верховный суд заняться этим, потому что Верховный суд, ему уже выразили свою, не, значит, недовольность и озабоченность этим. Это, ну, практически, можно сказать, ну, я не знаю, если бы был какой-то прокурор, может, даже на противозаконном можно настаивать, потому что как эти судьи могут заявлять о своем мнении о чем-то, теперь они должны себя, от, э, ну, по закону должны сказать, что они могут рассматривать дела, если они уже имеют мнение по этому поводу. И вообще Верховный суд не занимается просто с чем-то с бухты барахты. Это они занимаются апелляциями, то есть пересмотрами. Ну, это, в общем, тут это занимает время. И в любом случае вердикты присяжных не отменяются. Можно сказать, что судья неправильно себя вел. Можно сказать, что закон неправильный. Но вердикт был. Вердикт есть. Он уголовный преступник. Что думала здесь республиканская партия? Это очень важная притча такая о том, что может произойти, когда люди все время выбирают наименьшее зло. Говорит, можно бы с ним сейчас потяпаться, под... да давайте дадим ему то, что он хочет. Давайте дадим ему то, что он хочет, это проще, чем с ним ругаться. И вот они зашли в такую ситуацию, когда они себе практически устроят люстрацию, когда просто республиканцев будут выкидывать, потому что они должны по долгу жизни сказать, что физ... законы физики не работают. Ну тогда, тогда идите в окно. Хорошо, нам сказал Трамп выйти в окно. И они туда все решили, как лемминги. Я не знаю, есть животные, которые бросаются в пропасть. Поэтому, вот, наблюдайте, это очень важный урок политикам. Нельзя просто идти на поводу самого легкого решения. Иногда нужно говорить что-то, что неприятно. Может быть, это тебе навредит ну, вот в короткую, но в длинную. У республиканской партии на данный момент просто нет будущего, а на данный, и как бы, и даже их близкое будущее выглядит все более и более сомнительно. Но они были не в состоянии признать вот эту простую очевидность. Это бывает у людей. Знаете, иногда, мне кажется, вот люди, которые становятся родителями, ты вот был не родитель, и все как-то так. Мы, знаете, у нас есть планы на будущее. Мы будем вот туда, сюда ездить, этим развлекаться. Это будет прекрасно. С ребенком замечательно. Потом появляется ребенок и вы так: а что, куда? Да, нет, да не, не надо, а совсем по-другому. Вот, вот так все меняется. И вот с Трампом мы вот, вот, вот такой момент сейчас прошли, когда вдруг выяснилось, что простите, он же уголовник. А, нет, нет, это, это что? Это кто-то думал, что это пройдет? Я не могу голосовать за уголовника? Нет. Или я теперь голосую за уголовника, и который при этом заявляет, что он ненавидит Америку. А я думал, что я люблю Америку, и я теперь против Америки? Это, это какая-то очень, он требует от людей, ну, невозможного. Да. Ну, позвольте финальный по этой теме, и дальше там на дебаты хотелось бы, конечно, приключиться, там тоже очень интересно и все. Но вот скажите, пожалуйста, я где-то читал социологию, согласно которой люди готовы голосовать ну, я не знаю, как, как правильно сформулировать. Если не против Трампа, то не голосовать и так, не голосовать за него, не поддерживать Трампа на выборах. Если увидят, узнают, услышат о вердикте по отношению к нему до момента, собственно, голосования. Как вы считаете, вот этот процесс, да, это, это кейс, это первый кейс, вот он каким-то образом повлияет на избирательную базу, на избирателей Трампа? Они откажутся от него или, напротив, как сообщают его команда, ему удалось там, да, за несколько часов или там дней, я не знаю, собрать рекордные там, что 50, ну, пусть будет 50 с лишним, 54, по-моему, да, миллиона долларов после вот этого вердикта. Что, что, что произойдет? Знаете, это с одной стороны, как-то веселит забавно, потому что знаете, когда дурака отделяют от его денег, это как-то так забавно в каком-то смысле. Но, или когда там человек думает: я помогу миллиардеру, потому что он такой богатый, ему нужны, нужны мои 5 долларов, чтобы защитить нашу страну. От бред какой-то. Поэтому понимаю, что естественная селекция работает, и uh, fool and his money will be soon parted. Дурак и его деньги будут скоро разделены. Поэтому, ну, хорошо, вот Трамп, он же и решил избираться, потому что ему это нужно было, чтобы тюрьмы избежать. Его не... Если бы он думал, это, знаете, я ошибался, потому что меня спрашивали, будет ли Трамп избираться, когда он проиграл выборы. Я говорил, не будет, потому что он знает, что он проиграет, он не хочет быть в проигрыше, это тупо он понимает, когда он идет на проигрыш, но выяснилось, что я ошибался, потому что он да, он идет на проигрыш, но ему не важно, потому что другая альтернатива еще хуже. И и вот таким образом он решил, что у него нет выбора. Мы знаем, что у Трампа есть своя база, которая пережует и проглотит и высосет все, что он им даст, и и после этого скажем. Ну хорошо, окей, голосуем за Трампа, это не так плохо. И тут есть такой интересный вопрос, могут ли они к нему вернуться? Создаст ли он им есть такое слово по-английски permission structure? Это не отмазка, а это структура разрешения, когда Трамп возгромоздил эту структуру разрешения permission structure, которая дала людям возможность не голосовать за Хиллари, потому что они не хотели. А почему как-то да непонятно? Вроде приличный человек, вроде работу делает, вроде государственный деятель, ну опытная женщина, но вот не хочется нам за нее голосовать. А, а как? И, и Трамп нам дал эту Permission Structure, он сказал, знаете, она под подозрением, она может быть уголовницей, как такой человек может быть президентом? Это же позор для страны, она же заблокирует всю систему, конституционный кризис, Боже мой, под обвинением, а вот он уже просто уголовник, это он, это что, как называется? Поэтому он теперь создает Permission Structure, голосовать против него. Что очень важно. А голосовать против Байдена единственное permission, это то, что он старенький. Да господи, если у меня разница между стареньким и уголовником, я возьму старенького. Это как-то знаете, это, да, я думаю, что Трамп может даже на третьем месте закончить эти выборы после Кеннеди, а Байден может даже не дожить и все равно выиграть. Потому что просто ситуация, в общем-то, очень однозначная. 27 июня если мне не изменяет память, и 10 сентября, если я не ошибаюсь, дебаты Байдена и Трампа. Вот я хочу вас спросить, чего вы лично, Юрий, ожидаете от этих дебатов? Насколько они важны с точки зрения того, как переманить да, избирателей на свою сторону, убедить их? И почему такой разрыв? То есть 27 июня и 10 сентября. Это для чего? Для того, чтобы дедушки, извините, немножко отдохнули, отдышались? Или, или чтобы изучить слабые и сильные стороны соперника? Я, я уж не знаю, как правильно тут корректно, извините, сформулировать. Знаете, Юрий, мы сейчас начали в определенном смысле отсчет начала конца Трампа. И это будет выражаться в его возрастающем безумии, в его возрождающихся страданиях. Это просто он теперь вот эта спираль начнет раскручиваться все больше и больше, потому что 5 ноября будет вот концерт, и это, и это все к этому идет, и он Дональд сейчас пойдет в разнос, поэтому так интересно наблюдать, как он будет беш, бешенствовать между вот тем моментом, когда был вынесен вердикт. И моментом, когда будет вынесен настоящий приговор судья процедурный, там все должно произойти, он огласит это. это. Значит, это будет 11 июля. До этого, как бы, мы берем этот срок, делим пополам, получается у нас примерно вот мы оказываемся на первых дебатах. Значит, Трампа уже признали уголовником, но мы еще не знаем, какую судьбу ему приготовил судья. Ну что ж, Байден до этого говорил, что давайте уважать процесс, это важно уважать процесс. Он продолжает об этом говорить. Плюс он может теперь спокойно называть своего оппонента уголовником, не вдаваясь в детали. Это такой удар по яйцам, что после этого Трамп, что бы он ни сказал, можно назвать Байдена старым, пожилым, дряхлым, с деменцией, заикой, что угодно, но, но он не уголовник. Тут интересный момент, потому что сейчас у Хантера Байдена начнется уголовный криминальный процесс. И это может из-за того, что он форму неправильно заполнил. И представить себе, что при Трампе мог быть департамент правосудия, который бы атаковал сына президента и при этом атаковал других демократических законодателей. Сейчас и против демократического конгрессмена, и демократического сенатора идут федеральные расследования и процессы, инициированные департаментом федеральным при президенте демократии. Представить себе, что такое может происходить при республиканце Трампе, невозможно. Поэтому сейчас у Байдена будут свои проблемы, это будет стресс дополнительный на его плечи. Я желаю ему только здоровья и всего, и все это перенести, этот груз достойно, как он делает до того. Но тут просто будет на дебатах, мы увидим противостояние, противопоказание, как сказать, с одной стороны будет Трамп, который будет себя вести как Трамп, а Байден в каком-то смысле стал антитрампом. Он не громкий, не пышный, не, не, не популист, центрист. Вот по чайной ложечке вместо говорить «я разбомблю Москву и Пекин», хотя мы знаем, что он врет. А тут просто дает, но недостаточно. И вот, вот эти все, это будет видно. И тут главное, чтобы эти правила соблюдались, которые предложил Байден, которые Трамп, Байден и продиктовал, Трамп их принял. У них не будет публики, там должны отключать микрофон. После того, как время закончится, я хотел бы увидеть Трампа без микрофона. Это будет очень злой этот самый пантомим. Так что будет дальше, мы не знаем. Но я думаю, что в принципе это более это все сейчас нужнее Трампу, потому что Трамп сейчас пытается удержаться. Трамп сейчас пытается выкарабкаться из этого атомного удара по его репутации. Байден просто как бы почти что из такой комментатор Джим, Джеймс Карвилл, политолог очень известный, был, помогал Клинтону, а потом был неофициально в основном. И он говорил, говорит, что когда ваш противник бежит к обрыву, ну, скажем, с якорем, не стойте у него на пути, Uh, то есть вот если он хочет броситься, если Трамп сейчас бежит, ну хорошо, давайте будем пожалуйста, проходите. Uh, у нас с пожилым стаски всегда место найдется на дне морском. Uh, mm -hmm. так mm -hmm. что mm -hmm. вот так посмотрим. Uh, я не думаю, каким образом Байден может эти дебаты проиграть, потому что на самом деле это шоу, это показуха, и мы говорим о, э, э, как сказать, о независимых избирателях, которых нужно привлечь на свою сторону. И мы говорим о том, что нужно разжечь свою базу. Я думаю, что Байден сделает и то, и другое, насколько он это сможет сделать. Он попробует разжечь и свою базу и привлечь независимых. Но я думаю, что Трамп сделает и то, и другое намного более эффективно. Он привлечет, он отпугнет от себя избирателей, привлечет их к Байдену и, и докажет, что нужно идти голосовать за Байдена. Трамп это сделает лучше Байдена самого. Соединенные Штаты Америки. Разреш... Ну, вот Белый дом, да, в частности, конкретно президент Джозеф Байден, дал зеленый свет, США разрешили использовать американское оружие, бить им по территории Российской Федерации. Это, это безумно крутая новость на самом деле, потому что я практически вот каждый день общаюсь с бойцами на передовой. Понимаю, и они, собственно, об этом говорят, они не скрывают, они говорят, мы знаем, сколько техники расположено, где она, где ее сосредоточил враг на территории России вдоль нашей границы, но мы не можем, к сожалению, ввиду, во-первых, отсутствия украинского оружия, во-вторых, отсутствия права использовать западное оружие бить по территории России. Сейчас все, табу нет, ну, там есть да, некие географические ограничения, но между тем уже гораздо лучше. А, Харьковская область может быть такая большая. Я, я тоже, кстати, вот я абсолютно поддерживаю вот эту мысль. Но я хочу спросить, как, как вы думаете, вот эти угрозы со стороны России, они там взяли время для того, чтобы подумать там, два или три дня думали, вышел Рябков сегодня и сказал о том, что, ну, в общем, США должны понимать всю серьезность, да, все всю серьезность последствий, к чему это все может привести. Так к чему это может привести, как вы считаете? Потому что Россия только говорит, что это может к чему-то плохому, ужасному и кошмарному привести. А вот к чему конкретно? Или это просто вот на уровне риторики, как они любят и, и умеют делать? Я думаю, то ужасное, о чем они говорят, наверное, это удары по Москве. Потому что уже, если мы видим, что американское оружие можно с нашего разрешения и благословения, так сказать, можно его использовать, ударив по, по России, это означает, что, видимо, вариант, мы, мы не особо озабочены тем, что это приведет к ядерной войне. А тут я не вижу большой разницы между одним километром и тысячей километров, скажу вам честно, потому что и то, и другое на границе той страны, которая заявляет, что она ударит ядерным оружием в случае, в случае, в случае если вы посмотрите на мою сторону, а теперь уже за, за вашу, в официальную вашу границу вам уже летят американские ракеты, а вы там что-то грозитесь. Ну, значит, разговор закончен. Мы как бы уже вообще тогда даже нечего обсуждать. Можно... И поэтому вот эти разговоры о том, что а почему только 40 километров, почему только Харьковское... это домовая завеса. Это, в принципе, домовая завеса, потому что мы видим, в результате Россия легла, Россия, ну, как-то брыкается, но делать ничего не в состоянии. И вот, пожалуйста. Так что здесь... Ну и опять же, надо признать всем тем, кто так метал всякие экскременты в сторону президента Байдена. Утритесь. Да? Потому что смотрите, президент у него одна и та же, у него один и тот же рецепт с каждым оружием, с каждым развитием. Те, кто за этим сидят, знают. Мы знали, что этот день придет. Он должен был прийти быстрее, но к нему все шло и. Опять же, надо все-таки признать, что э, такие, такого типа развития являются тревожным звонком с э, фронта. Это реакция Соединенных Штатов на эскалацию со стороны России, которая привела к тому, что теперь Россия опять потеряла лидерство. И ну как, они, если они хотят эскалацию, что еще можно сделать? Ну тогда уже действительно будет следующая эскалация бить уже Вору, Воронежу приготовиться. Я не знаю, куда там может... Американские ракеты, видимо, могут достаточно далеко долететь. Да. Ну, знаете, совсем лично для меня, это я уже перехожу к следующей теме, непонятно, что происходит сейчас в Израиле. Вот, может, вы объясните, потому что, с одной стороны, мы читаем сообщение о том, что Нетаньяху согласен да, пристать на предложение Байдена прекратить операцию в секторе газа. С другой стороны, через час буквально появляется сообщение о том, что министр финансов и министр национальной безопасности в принципе угрожают свергнуть правительство, если эта операция э, будет свернута, а вот сейчас я читаю уже другое, что там на 48 часов или 48 дней, извините, мы готовы прекратить, но цели будут достигнуты. То есть непонятно вообще, что происходит. Можете объяснить, вот, что вы думаете, какие у вас размышления по этому поводу? Понимаете, Юрий, я должен объяснить, что я еврей только генетически. Я в Израиле не был, к религии отношусь с большим подозрением и вообще, так сказать, как бы не мое. Но с другой стороны, когда я смотрю на это с точки зрения американской политики, я понимаю, что Байден должен был эту проблему решить. Потому что мы видим раз за разом его оппоненты, и либо это слева, или справа, выдвигают перед Байденом проблемы на которых они хотят либо очки заработать, либо привлечь к ее вниманию, либо использовать для того, чтобы на выборах, ну как-то. А он эти проблемы решает. Как ему так удается? Интересно. Поэтому сейчас он понимает, что ему нужно закончить войну, потому что это для его личных ценностей, это его, он за Израиль, он хочет, чтобы Израиль э, был успешным государством, которое вписалось в регионы, было там, ну, просто вот мир, и, и да, представляете себе, э, насколько, так сказать, он достаточно стар, что он помнит всю историю Израиля, он присутствовал при этом. Для него это намного важнее, чем для многих людей, которые, опять же, бросаются в него экскрементами. Просто потому, что он для него это, это вся его жизнь. И я думаю, что здесь, опять же, интересно, какую роль сыграл тот пир, который развалился или у которого проблемы, с которого должны были давать помощь палестинцам. Потому что это, извините, провал Байдена. Байден сказал, что будет пир, с которого будут доставляться помощь голодающим, а, а пир не работает, значит провал. Значит, То есть тут у него много интересов, которые он пытается сбалансировать, потому что задача, чтобы Израиль был успешный, и чтобы при этом люди перестали умирать, насколько это возможно, и насколько их можно назвать мирными жителями. И то, что сейчас делает Байден, то, что он ставит Натаньяху перед таким тяжелым выбором, и при этом у него еще перед носом болтается эта морковка у Натаньяху выступления в Конгрессе. Ведь если он выступит в Конгрессе, когда будет идти война, это одно выступление. А если он будет выступать, когда будет перемирие или когда будет какая-то вот, вот что-то остановка, то это будет совсем другое. и Тогда, может быть, демократы придут посмотреть, что там происходит. Эм, поэтому это очень важно э, отметить. И вообще, Натаньяху надо срочно уходить. И просто, и вот печально насколько это э, я не говорю, что, как, что людям в Израиле нужно делать. Я просто говорю, что это как сказал Дональд Трамп, это пиар-проигрыш, это пиар а и этот пиар-проигрыш начинается с Натаньяху, если вы хотите на это смотреть так. А, а то, что Соединенные Штаты при Байдене будут поддерживать на 100% и, из, и Израиль, и Украину, и Хантера Байдена, и, и все то, что нужно, и при этом действовать это по закону и порядку, вот, вот это один из уроков Байдена. Мы должны жить в демократии, закон и порядок, это, это может привести к тому результату, но это может быть как с Трампом, но это может быть недостаточно быстро, но все равно, видите, правосудие работает, так что надежды есть. Заключение, если ваше время позволяет, хочу спросить о том, значит, чего следует ожидать от Китая, потому что ряд СМИ не так давно. Всем нам сообщил, что Китай намеревается атаковать Тайвань, что у них они разрабатывают соответствующую военную операцию с одной стороны. С другой стороны, китай, некий китайский чиновник там, в интервью не скрывает, он говорит о том, что мы отберем да, государственность у Тайваня или как-то... Ну, в общем, по-моему, вот так. После чего журналисты, там, уже эм, проанализировав то, что он сказал, пришли к следующему выводу. Это не совсем корректная фраза, но суть примерно та же. Вот я хочу спросить, следует ли ожидать новую какую-то да вспышку, вот очаг? Будет ли новая война? Как сказал генерал Бен Ходжес, Китай был разбудил Соединенные Путин разбудил Соединенные Штаты, что не понравилось Китаю. Uh, то есть теперь наши ВПК, наши контракты, мы готовимся, потому что выяснилось, что мы не готовы, возможно, к ничему после первой битвы. Если мы врага не уничтожим в первой битве, то тогда что? Uh, и, и это важный урок для нас по поводу того, что происходит с Китаем. И мы видим, что темпы растут и достаточно быстро. Так что я думаю, это говорит о том, что у Китая, значит, окно возможностей, видимо, закрывается, uh, сокращается. С другой стороны, на Тайване были выборы, на Тайване избрали президента, который Китай ждал, что он скажет, и недоволен тем, что сказал президент Тайваня. И теперь Китай, видимо, переходит в следующую фазу, что, в общем-то, и ожидалось. И это просто разворачивается событие, к которому мы... вот мы и готовились. Поэтому так важно победить Путина в Украине, так важно победить Трампа в Америке, так важно победить вот такие достаточно еще, еще меньшие войны, чем та война, которая может быть с Китаем за Тайвань. И чтобы у Китая отбить аппетит, отбить вкус от всего этого. И поэтому так важно агрессивно показать себя в Украине, даже не для Путина, а для Си Цзиньпина. И это, это то, что Байден, безусловно, понимает, это то, о чем они говорят. И мы слышим, что пока что Китай прислушивается ко мнению США. Когда Россия под санкциями, то китайские банки все меньше работают с, Россией, с российскими партнерами. И все это сокращается, и Китай выяснилось, что не такая уж и удобный партнер, и все-таки побаиваются. Если побаиваются, значит хорошо. Если бы они перестали, бояться, страх потеряли, вот это было бы, мне кажется, еще опаснее. Но то, что нам нужно готовиться к тому, чтобы отстаивать Тайвань, и лучший способ подготовиться – это быть такими вооруженными до зубов, чтобы никто и не подумал о войне – вот, вот в этом мире мы сейчас опять живем. Если это холодная война, если это новая холодная война. По крайней мере, Америка с этим знакома. Мы знаем, что это такое, что в этой ситуации делать. И Байден нам напоминает. Пожалуй, да. Вам огромнейшее спасибо за этот эфир, Юрий. Всегда очень круто. Фигура. Юрий Рашкин был с на «Звездку», друзья.